это я автор песен и исполнитель собственных песен. Обман за обманом тянул вниз, но я верила и притворялась наивной, будто бы я доверчивая. Истерика не сыграла роль, хватит залечивать не про свои ошибки, они же не безупречны. Я сразу тогда поняла, ты мое, когда ты близко под ногами. Это круто, что у меня есть способ самовыражения и способ вообще общения с большим количеством людей. Это очень круто, что у меня есть такая возможность, я постоянно... Я вообще очень благодарна за это. Ветер перемен, ум пролетит, прогнал ветра измен. С детства хотела, мечтала, видела себя на сцене, смотрела какие-то вокальные проекты, музыкальные, всякие фабрики звезд, еще много всего было. Мечтала попасть на проекты. Ну, мне казалось, что это единственный вообще способ попасть к человеку, который просто вот просто обычный человек. С провинциального города, мне казалось, что это единственный способ попасть в какой-то такой мир, мир музыки. Процесс, он не всегда как бы приносит позитивные эмоции. Он мне необходим, бегу по улице, через светофор. Нет, по-разному бывает, но я, конечно, себя вижу только в этом, только в творчестве. И я могу раскрыться, реализоваться только в этом. А мы так и не снимем. Да пусть видно. Не важно на самом деле, честно вот сказать. Олег, тебе сколько сказали? Ориентируемся на 5 минут. За нами придут. Я серьезно, ты же скоро все поймешь. Почитай литературы, таких как он много. Девчонки, не будь дурой. Я серьезно, на самом деле песня замечательно вписывает всю эту лаунж-атмосферу, поэтому мы не будем танцевать, мы будем думать, грустить, вспоминать все самое красивое с прошлого. Да. Я вообще была одним из первопроходцев вообще людей, которые из интернета попали там условно на телевидение, да, и вся публика, вся аудитория, самая первая, их было очень много, этих людей, вот они меня как бы вот и раскрутили, можно сказать, все эти люди, которые слушали мои песни. Я знаю, что будет завтра, но пока на пороге не стой, не хочу целоваться. Еще у меня такая главная распевка есть, которая вот самая, самая такая моя нелюбимая. У нее уже всегда не получалось. Ну, с детства. Ну, с такого с кружка, короче, мы делали вот так. Только мы делали это по нотам, под пианино. Я до сих пор ненавижу, но делаю. Не знаю, помогает ли она или не помогает, но я ее делаю. Важно вообще, очень важно не потерять эту возможность и
музу, как говорится, вдохновение. Вот, поэтому, но бывают такие моменты, у меня были периоды, когда вообще вдохновения не было. И я его каким-то непонятным способом искала. В любом случае я писала, но сейчас у меня тот период, когда просто оно плещет просто отовсюду. Вот, и мне хочется куча идей, куча клипов, которые хочется реализовать, песен, текстов, стихов. Вот, поэтому очень много того, чего вам ждать, и оно все очень достойное, мне очень оно нравится. Спасибо.